Бывший глава МИ-6 признает поражение перед Путиным в попытке развалить Россию. Война 2008 года в Грузии стала железным кулаком Москвы против нашего самого большого стратегического плана на Кавказе. Путин нанес смертельный удар по этому стратегическому плану путем интеграции Крыма в Россию. Москве удалось обезопасить страну от воздействия Великобритании и США. Девять лет назад, в эти дни, предполагалось, что после прихода Саакашвили к власти практически Россия столкнется с очередным коллапсом –